Всем привет! Сейчас покажу, как снимается кассета, ну или звездочки, на велосипеде. Для этого нам понадобится вот такой съемчик со шлицами. Вставляем вот сюда. Предупреждаю, сразу откручивается с большим усилием. Колесо надо держать, а другому откручивается. Сюда можно поставить головку и на головку посадить длинный вороток. Откручивается против часовой стрелки. Вот у меня сорвано, я руками кручу. Ведь кому интересно, можете разобрать вот тут. Вот тут откручивается, сам можно отверточкой долбить, откручивается по часовой стрелке. И там подшипники будут, и собачки. Обратите внимание, как будете менять эту кассету, то вот тут пыльник стоит, его лучше заменить. Со временем все пыльники начинают дубить, ну или терять свои свойства. Вот резьба такая, что тут, что тут. Я что меняю, кассета начала прокручиваться. Вот и все. Проще поменять, потому что не сделаешь ее, потому что там уже металл, выработка и подшипники износились. Так что, если все заменить, то толку мало будет. Выработку вы никак с металлом не уберете. Вот даже можно втулку не откручивать. Вот и все.